Сейчас в крае на 10 тысяч соискателей в банке вакансий около 50 тысяч предложений. Больше всего в обрабатывающем производстве, торговле и сфере ремонта авто. На 2040 вакансий водителей 290 желающих. На 494 вакансии учителей 74 соискателя. На 549 вакансий врачей 14 свободных специалистов. На 157 мест для электриков 5 претендентов. Сегодня в крае работа есть, и ее много, говорят в агентстве труда и занятости. До нужных кадров не хватает. Где-то в свое время не подготовили специалистов, а где-то их квалификация не успевает за развитием производства. Например, машиностроители за нужными кадрами гоняются по всей России. Рабочих разбирают в техникумах чуть ли не со второго курса. Только в АО имени Решетнева нужно несколько сотен специалистов. Люди, которые работают на станках, в том числе и на универсальных, кстати, тоже. Это большое количество слесарей-сборщиков, сварщиков, потому что технологии сварки сегодня на наших ведущих предприятиях не 3, не 5, а исчисляется десяткам технологий. Это люди, которые занимаются логистикой, это люди, которые занимаются измерительной техникой, которые проверяют качество работ. Ну и второй пласт – это, конечно, инженерно-технические работники. Это связано с большим объемом заказов, которые в последнее время поступают на эти предприятия, ну и огромными процессами модернизации ведущих предприятий нашего края. Чтобы срочно утолить кадровый голод, машиностроители даже запустили пилотный проект ускоренной подготовки кадров. Учить будут максимально на практике. Другие сферы тоже ищут разные способы закрыть вакансии. В то же время 10 тысяч человек в крае ищет работу, хотя, как говорят в правительстве, это самый низкий уровень безработицы за последние годы. 14 апреля работодатели и все, кто ищут работу, смогут встретиться лицом к лицу. Впервые в один день по всей стране пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства. Сначала кадровые нужды постараются перекрыть на региональном этапе. Очень важное значение для нашего региона имеет данное мероприятие, потому что Красноярский край – это промышленный регион, динамично развивается, реализуется и будет реализовываться ряд крупных инвестиционных проектов. И поэтому будет с каждым годом все возрастать потребность трудовых ресурсов. В первый день ярмарки в крае развернут 64 площадки в разных городах и селах от Диксона до юга края. Узнать о вакансиях, пройти собеседование, профориентацию смогут не только соискатели, но и студенты, и даже школьники и их родители. Будут организованы мастер-классы, лекции о перспективных профессиях, тренинги. Также можно будет подать заявку на переобучение по нацпроекту «Демография». Федеральный этап ярмарки запланирован на конец июня. И тут уже представители предприятий должны крепко подумать, а чем они могут привлечь к нам специалистов в регион, а главное удержать своих. Тут уже и вопросы зарплат, и обеспечение жильем, и атмосфера на рабочих местах и в коллективах, медицина, переподготовка и многое другое. Анна Гейнц и Степан Майер. Новости Прима.